Поздравляю, поздравляю с победой. Пару слов о матче. Тяжелый матч был. Хороший соперник был по-своему. Все-таки лидер чемпионата. Ну и мы сыграли, во-первых, в самоотдаче, мы уступили в желании. Забили 2 гола и выиграли. А кто тебе запомнился больше всего в команде соперника? Ну, наверное, Максимов и Болин. А у нас? У нас вся команда. Вся команда. А скажи, сколько голов ты вообще забил за свою карьеру? Вот. Ну, это не ко мне вопрос, это статистики. Я точно не знаю. В последнее время ты в Соколе забиваешь часто. Скажи, с чем ты это связываешь? Ну, как, честно говоря, не знаю. С желанием. Конечно, желанием забить. Все. Спасибо, поздравляю с победой. Пару слов для болельщиков еще скажи. Болельщики, наши лучшие болельщики в первой лиге. Спасибо большое, что поддержали нас. Спасибо.